Всем привет! Так как многие меня просили снять влог из секонд-хенда, то сегодня направляюсь именно туда. В планах у меня найти обувь и темно-синие джинсы. Так как это не первый день, не день завоза, то сегодня цена за килограмм будет до 100 гривен примерно. Сейчас покажу вам кое-что из обуви. И первой парой, которую я примерила, стали такие лоферы кожаные. Всем советую носить с собой антисептик бацилол в моем случае. Или же капроновые носочки, о которых я забыла. Так, на всякий случай. А лучше, конечно же, и то, и другое вместе. Советовала бы вам обратить также ваше внимание на различные платки и шарфы в секонд-хенде. Их тут множество. Смотреть, конечно же, на состав. И также обратить внимание на актуальные пиджаки с мужского плеча из шерсти или твида. Зачастую их на секонд-хенде очень много. Примерочные мне снять не удалось, но моими покупками стали темные джинсы и три пары обуви. Винтажные джинсы Hero by Wrangler. Вы могли уже видеть их на мне. Джинсы я включила в осенний гардероб, который мне удалось собрать за 22 доллара. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. И как бы спорно они на мне не сидели, ключевым моментом, которым я хотела бы поделиться с вами, является экспериментальная возможность найти качественные вещи очень дешево. Смотря на вещь из секонд-хенда, вы должны видеть вещь из секонд-хенда и оценивать ее соответственно так же, а не как какую-то вещь Net-a-Porter или же компанию Inditex. Я уже примеряю туфли. Фирму напишу, дабы не ошибиться в произношении. Классическая форма, натуральный материал и снаружи, и внутри. Очень удобная. Это даже для дорогой обуви, как по мне, большая редкость. Я подобрала к этому образу. Сейчас вы увидите фрагмент моего предыдущего видео. Чтобы не повторяться, я вставила его. Кожаные лоферы в темно-коричневом цвете. Ну, как по мне, очень актуальны. Следующей находкой стали шлепанцы Биркенштоки. Кто не знает, биркенштоки – это профилактическая ортопедическая обувь, стелька которой повторяет изгиб вашей стопы. Они суперудобные. Я в них часто ходила на пляж. Они идеально вписались в мой отдыхающий лук, так скажем. И помимо того, что они очень удобные, этим летом они просто мега популярны. Их можно было увидеть на многих фотографиях Инстаграма. В летних образах они просто чудесно смотрятся. Отвечая на вопрос, стоит ли покупать обувь из секонд-хенда, могу ответить – да, конечно. Это как минимум возможность купить за небольшие деньги довольно актуальную модель. Всем спасибо за просмотр и до скорого!